Всем привет! Набралось достаточное количество лайков, чтобы сделать продолжение по игре Ale Abbey. К сожалению, на YouTube стрим проводить не могу, не получается, не хватает скорости интернета. Поехали, продолжаем смотреть, изучать игру. Загрузить. У нас тут... Что у нас тут? Как загрузить вот эту, наверное? Удобство, да, мы остановились на удобстве. Нам нужно по квесту сделать побольше удобства нашим работникам. Заказ принят и ждет отправки. Бледный эль. Сварить эль. Нет доступных пивангелистов. У нас все пивангелисты заняты. Сварить эль. А, пятерочка у нас еще не готова. Ладно. Да, у нас еще пятерочка не готова, поэтому ждем в ожидании, когда наш рецепт будет готов. Ускорим немножко время. А, обеспечить удобство нам нужно. Удобство мы должны обеспечивать за счет... различных тут шкафчиков, наверное, да, получается. Обязательно это сделаем. Сейчас нам нужно пятерочку сварить. 4% всего лишь вероятность инфекции. Это очень низкий показатель. Сделаем по максимуму. Запланить и сварить. Хорошо. Удобство. Где нам смотреть удобство? Наверняка где-то было написано удобство. Репутация, удобство 15%. А ну-ка. Ну вот, потихонечку увеличивается, уже 19%. Здесь можно шкафчики поставить. 19 также осталось. Например, вот здесь глобусы можно добавить. 25. 30. Здесь надо уборку сделать. Какой-то мусор появляется. Начинается у нас процесс варки пятерки нашей. Хорошо. Так, что у нас? Счастье евангелистов. Депрессия. Все они ходят в депрессии. Обалдеть. Потихонечку будем делать уборку. Ну и надо вот здесь, наверное, вот так поставить. Все, 34. Довольно-таки быстро выполнили квест. Без особых проблем. Плюс один к счастью. Но особо ничего не изменилось. Депрессия как была, так и осталась. Новый квест. Я человек занятой, но я всякое подмечаю. Не могу винить ваших пивоваров за то, что они равняются на меня. Но им не хватает представителя. Кого-то, кого они считали бы своим, за кого переживали бы и молились. Скорее всего, от этого зависит и их счастье. Не помешало бы уделить внимание кому-нибудь из них и удовлетвориться, что он быстрее растет в ранге. Повысить ранг пивангелиста. О, можно принять квест, а можно не принять квест. Доступны новые кандидаты на принятие в пивангелисты. Угу. Что у нас тут? Опыт есть вот здесь. Это что у нас? Счастье, производительность, интуиция, особенности. Тут первый ранг, тут второй ранг. У этого зарплата поменьше. Возьмем вот этого в очках. Так. Можно одного нанять и все, да? А, нет, у нас вот 3 из 6. Ничего себе. Сколько мы можем пивангелистов понанимать. Нужна кровать. Получается новая. Здесь мы что, варим? Варим. Хорошо. Уборку надо делать еще иногда. Здесь мы уже убирались, походу. Да, недавно убирались. Можно прикупить... А, у нас золота мало. Хотел прикупить еще один шкафчик.
Ну пока ладно. Итак, сойдет. Можно время потихонечку ускорять. Новый рецепт. Пока делать, наверное, не будем новый рецепт. Можно тут добавить секретер, чтобы исследование побыстрее вести. Пока нет денег. Ждем, когда сварится пиво. Повысить ранг пивангелиста. Ставим пока паузу. Где у нас квест? Принято. Заказ ждет. Количество 70 литров. Предоплата, оплата при получении. Ну, хорошо. Хорошо. Мы обязательно постараемся это выполнить. Ноль. Офигеть. Ноль у нас получилось. Ну, ладно. За 30-ку можно продать в целом. Продаем все 100 литров. Я так понял, квест можем выполнить. Отправляем. А, наверное, нужно было нажать на квест. Ладно. Сварим еще. Ага. Ваше пивосвященство, мы можем запросить деньги в долг у аббатства. Так. Нам нужно будет его выплатить в течение 12 месяцев. Размер кредита. Ну, в кредиты я не хочу влазить. Мы просто чуть-чуть меньше сварим. Должны мы деньги получить от продажи пива, которое мы только что отправили. Партия доставилась. Хорошо. Принято, отправлено. Наверное, нужно, да, нажимать на вон той карте. Это дело. Добротность 0. Пятерочка. А, вот у нас идет заполнение. Получается, когда до 100% дойдет, нам дадут деньги, насколько я понял. Да, дали нам деньги, отлично. Хотя нет, до сотки не дошло. Очень долго варится пиво. Повысить ранг пивангелиста. Подробности пивангелиста. Нанять, нанять, аббаты, кандидаты, служители. Как поднять ранг? Пока не знаю, вроде ни один пивангелист еще не прокачался. Выбрать Эль, заплатить флоринами, 28 флоринов. Нет действующих эффектов, у вас нейтральные отношения с разбойниками. Пиво у нас готово, вот надо на квест, получается, нажимать. Все. Квест вроде как выполнен. Отправляем. Сварим троечку, пожалуй. Максимум. Все, поручение выполнено. Как-то мы увеличили уровень. Хорошо. Он, наверное, сам увеличился. Замечательно. Мы открыли новый стиль. Старый Эль. Рынок. Так, так, так. На этой неделе мы продали 44 литра Эля на сумму флоринов. Так, окей. Новый, получается, можем рецепт. Создать новый рецепт. Выбрать стиль. Старый Эль. Вперед. Посмотрим, какая у него будет крепость. И дальше уже будем от этого отталкиваться. Нужно по одному ингредиенту. Этот увеличивает у нас вкус, да? Ага, вот. Получается... Этот вниз уводит. Угу. Вот так, вот так, вот так. Что у нас получается? У нас не хватает цветности. У нас цветность вообще в красной зоне. Во, вот так, идеальное пиво. Просто идеальное. Крепость у нас троечка. Но зато вкусность 5. Просто идеальное пиво получается.
Здесь на этот ингредиент сейчас действует скидка. Угу. Сезонная скидка. Есть, получается, сезонные скидки, есть несезонные скидки. Так, ты будешь разрабатывать, да, все правильно. Мы тебя назовем идеал. Идеал. Написалось. Ладно, пойдет. У нас будет пиво идеал. Начинаем. А тут мы еще не начинаем варить. Что у нас тут? Светлый эль. Сколько надо? 60 литров. Принимаем задание. Мы как раз, по-моему, светлый эль и варим. Здесь надо уборку уже сделать. Осталось еще 40 литров. Вообще можно все прям подчистую не продавать. Хотя я не знаю, в бочку как перемещается эль. Я пока не знаю этого. Не понял. Поэтому продаем все. Подчистую. Комплит идеал. Хорошо. Варим тогда наш идеал. 3%. 155 стоит. Угу. Заплатить и сварить. Пока там действует скидка на нет действующих эффектов. 62 флорина. Выбрать эль. У меня нет, не осталось эля. Что у нас по задачам? Я не вижу задачи, которые у нас поставлены епископом. Ладно, тогда немножечко заплатим им. Вот так. У нас есть возможность. Здесь мы можем построить. No available positions. Странно. Вроде тут места столько. Ну ладно. Нет, так нет. Completed. Completed идеал. О, 44. Нормально, нормально. Добротность 44. Отлично. Хорошо получилось. Можем продать. Справедливая цена 65. Так, название поселения. Убрать в погреб. Вот, можно убрать в погреб. Но нам нужны деньги, я думаю, пока так сделаем. И нам нужно светлый эль для квеста сварить. Заплатить и сварить. Я бы, наверное, в погребе еще одну бочку поставил. Будем потихонечку, полигонечку складировать все это дело наше. Все сразу на продажу, конечно же, не всегда выгодно отправлять. Число комнат, мы можем увеличить число комнат. Наши пивангелисты рады. Может построить комнату какую-нибудь? Лаборатория. Вижу мусор. Сюда. Так, трапезная, лаборатория. А где у нас пивоварню мы не можем поставить? Еще одну. Я хотел еще одну пивоварню поставить. Ну нет, так нет. Что-то у нас здесь какой-то квест. Лорд к нам обращается. О, ваше пивосвященство. Я ждал встречи с вами. История о ваших чудесных элях бороздят этот свет. Но как и апостол Фома, я не поверю, пока сам не попробую. Я выдаю лицензии на продажу в городах и весях под моим покровительством. И хотя я не жаден, я все же считаю, что не найдется более достойной оплаты за услуги, чем эль. Светлый эль 100 литров по случаю открытия рынка. Доставьте этот заказ в полном объеме, чтобы получить лицензию в городе. О, можем получить лицензию в другом городе. Отлично. Это очень хорошо. Это очень радует. Кстати, что у меня там на Твиче? Я не проверил, у меня вообще пошел стрим или нет. Вроде написано в эфире. Да, вроде стрим идет. Хорошо. Как обычно, 0 человек, но главное, что стрим идет. Надо сейчас сварить весь эль. А, уже сваренный. Выполняем квест тогда. Наверное, вот этот вот
А, заказ принят. Подождите-ка, сейчас. Очень высокий. 100 литров у меня количество. Светлый эль. Ингредиент отсутствует. А, нужно с ингредиентом даже. Ладно, тогда это мы вот так сделаем. А это мы уберем в погреб. Вот. Переместили в погреб. У епископа есть для вас поручение. Мы слишком осторожничаем, ваше преосвященство. Мы должны сами творить свою судьбу. А это значит, что пора отринуть стремление к совершенству. Изучите все возможности пивоварения. Отдаляйтесь от проторенных троп, но не заходите слишком далеко в чащу вседозволенности. Экспериментируйте, дерзайте, но не забывайте, что нам это еще пить. Сварить светлый эль со всеми желтыми или зелеными качествами. Это как понять? Со всеми... А, ну получается, со всеми качественными определенными. Можно тут продать эль, можно вылить. Нам нужен, получается, стоп. Нам нужен новый рецепт, насколько я понял. Но я пока... Новый рецепт еще не сделал, какой надо. Сейчас надо скорость уменьшить. Нам же нужно выполнять задачи. Кстати, вот сюда нужно почаще обращаться. Время строительства, траты на содержание комнат. Давай попробуем. Недоступно в демо-версии. Ну, будем вкачивать все, что доступно. Недостаточно свободных. Ага, у нас недостаточно. Так, сейчас нам нужно что сделать? Сейчас отдадим немножко эля. +60 литров плюс 54. О, заплатим элем. Разбойники временно предоставляют вам 2 дополнительных трудников. Что это значит? Что такое трудники? Варим здесь, и нам нужно новый рецепт создать. Скопировать готовый можем? Нет, не можем. Ладно, варим тогда новый. Вроде там нужен был светлый... Так, стоп. Вроде нужен светлый эль, насколько я понял. Светлый эль. А, так у меня есть светлый эль. Его нужно просто сварить. Все, я неправильно немножко понял это задание. Эль перепутал. Было бы проще, если бы написано было там тройку или пятерку, или идеал сварить столько-то. Так мне было бы понятней. Делаем потихонечку уборку. Здесь надо стол еще один поставить, наверное. Здесь тоже делаем уборочку. Денег у нас пока в целом хватает. Нанимать новых работников я, наверное, не буду. Я не вижу в этом смысла никакого. Так. Эль этого стиля не подходит для заказа. Да в смысле? Как не подходит? Почему не подходит? Светлый эль по случаю дня святого покровителя. Ну, светлый эль мы сварили. Или я другой какой-то эль сварил? Эль этого стиля не подходит. Светлый. А, я старый сварил, точно. Все. На продажу отправляем. Светлый эль со всеми желтыми или зелеными качествами. Так. Светлый эль. Ну, мне нужен новый рецепт, получается, делать. Нужен новый рецепт, но я, наверное, пока сварю обычный, какой у меня есть. А потом уже...
Вот здесь новый рецепт сделаем. Скопировать не получается, ну ладно. Светлый. Давай светлый. Сейчас надо подойти более щепетильно. А, можно добавлять еще ингредиенты другие. Вот нам, по-моему, вот это нужно добавить. Текст. Смотрим. Ого. Светлый солод. Желтый, зеленый, желтый, зеленый. Тут у нас зеленый, зеленый, зеленый. Да, не так-то просто тут правильно скомбинировать. Вкус отвратительный просто-напросто получается. Я пока особо не могу придумать, честно говоря. Ну вот коричневый солод вообще не вариант использовать. Грюйт у нас понижает. Зеленый, красный, желтый, зеленый. Интересно. Интересно. Не могу я пока сделать светлый эль со всеми желтыми или зелеными. Я, наверное, пока сделаю другой светлый, просто с добавлением нужного ингредиента. Ладно. Или сейчас я пока... Сейчас подумаю, в общем. Вот такой вот сварю сейчас для... увеличение нашего рынка сбыта. Так, ты давай, да. Как тебя назовем? Фух, я даже не знаю. Расширенное какое-нибудь, не знаю. Это такое временное пиво, наверное, одноразовое будет у нас. Это вот для вот этого квеста. Сейчас надо уборки тут произвести. Что у нас? Пиво пришло, да? Тут у нас пиво кончилось. Идет варка. Ускоряемся. Что делать? Что ты хочешь? Эля у нас нет. Можно немножко ему заплатить. Ждем, пока будет готово пиво. Все. Выполняем один квест. Берем еще один. Так, вот здесь вот светлый эль с добавлением грюйта. Будем выполнять. Сварить эль. Расширенное. Выбираем человечка. Ого, дорого получается. Новый квест. А, я выполнил каким-то образом квест. Ну ладно. Я же не совсем правильное сварил. Сделал пиво. Ладно, сделали, сделали. Светлый эль, обычный. Можно убрать в погреб, например. Разбойникам его отдавать постепенно. Что ты хочешь постоянно? Восклицательный знак. 190, 159. Заплатим ему элем. Пускай успокоится. Здесь индикатор не совсем понятный. Что это за желтый индикатор? Ну да ладно. Ждем, пока сварится наш нужный, необходимый эль.
для выполнения квеста. О, 34 добротность, неплохо. Конечно, до сотки еще далеко, но и так неплохо. Отправляем пиво, расширяем территорию. Тут горячие клавиши есть, интересно, на эту уборку. А тут мусор появился. Благодарим за игру. Вот что ждет дальше. Смотрители, паломники и так далее. Ну, в общем, получается, все. Демка пройдена. Такая короткая серия получилась. Можно было, получается, еще и в прошлой серии закончить эту демку и уложиться в час. Но я не знал, насколько длинная тут демка будет. Что получилось, то получилось. Все, времена года у нас будут меняться, здесь кладовая появится с разными вот тут ингредиентами, рынок появится, тут, ну, по сути, много чего появится, возможно, с вот этими всеми механиками игра станет намного разнообразней. На этом все, посмотрели игру, пощупали, что ж, я добавил игру в список желаемого, смотрите сами, добавляйте, не добавляйте. Будем ждать релиза. На этом все. Всем хорошего настроения. Всем спасибо за внимание. Пока.